Мы пришли. Пока мы не найдем Гейльса, обратно не вернемся. Ты готов? Да, я готов. Помни, где бы ты ни оказался, ищи места, похожие на это. Раньше или позже мы встретимся. Мы разделимся? Возможно. У меня нет способности твоей протеже. Зираэль, госпожа пространства и времени. Я же до некоторой степени умею использовать тайные знания. Пора. Ненавижу порталы. Да? Ну и где мы? Добро пожаловать в Дидрит. Это где-то в нашем мире? В вашем мире тоже есть такие скалы. Ладно, идем дальше. Что это за место? Это очень старый мир. Он истощен и разрушен. Здесь что-то живет? По большей части, пустынные создания, которые способны месяцами обходиться без воды. Ха. И гигантские песчаные черви глубоко под землей. Надо быть осторожнее, чтобы они нас не учуяли. А раньше? Здесь жили люди или эльфы? Думаешь, разрушением миров занимаются только гуманоиды? Так кто жил здесь? Какие-нибудь разумные монстры? Посмотри на эти скалы. Ничего не напоминает? Ха. Похоже на русло огромной реки. Или морское дно. Так здесь жили какие-то водные существа? Нет. Здесь жило море. Ты хочешь сказать, что... Что миров очень много. Форм жизни еще больше. Многие разумные. И куда более разумны, чем люди. Впрочем, даже это не останавливает... Портал. Больше похоже на развалины. Внешность бывает обманчивой. И чего мы ждем? Когда он откроется. Еще немного. Что происходит? Песчаные черви нас учуяли. Отлично. Чудесно. Думай же ты. Не победить! Только портал откроет. Беги за мной! 3, 2, 1. Я рад. Быстрее!
хочется лезть в это облако. Зараза, надо было задержать дыхание. Еще немного, и я бы задохнулся. Облака стороной и пробегать их как можно быстрее. Я околею, потом быстро искать следующий переход. Если найду укрытие, то как-нибудь до перехода доберусь. Месте? Кто-то же его зажег. Если мне повезло, это был один ворчливый эльфский знающий. Дома занесло до самых крыш. Интересно, давно здесь метет? Ну да. Ох,
Ты долго? Были проблемы по дороге? Нет, просто любовался видами. Что это за место? Кажется, я здесь уже был. Именно здесь ты дрался с проекцией Редина. А еще раньше здесь сражалась Цири за тебя. То есть... Ты никогда не интересовался, как ты освободился от красных всадников? Интересовался и не раз, но ничего не помню. Тебя забрала Цири. Она почувствовала, что ты в опасности. Вырвала из лап охоты и перенесла в лес под Каэр Морхеном. И после этого Эридин начал ее преследовать из-за меня? Почему она не сказала? А что бы это изменило? Свет на скале оставил ты? Я подумал, это тебе поможет. В конце концов, для того маяки и нужны, чтобы указывать путь. Я надеялся, мы все-таки не разделимся. Я предупреждал, что это возможно. И где пролегал твой путь? Через мир, где только что умерло солнце. Я с трудом дошел до следующего перехода. Мы тратим на Гейльса столько сил, но я по-прежнему не знаю, чем он так важен. Редин отличается от короля, которого он убил. Его интересует власть ради власти. На бюрократию ему не хватает терпения. Большую часть времени он проводит, скитаясь по иным мирам во главе красных всадников. Так что в столице ему нужен наместник. Гейльс. Прекрасный распорядитель и несравненный мастер интриги. Это самый опасный обитатель Айн-Эли. У него есть какие-то слабые места? О да, он честен. Где мы? Это мир Айн-Эли? Нет, это Тад-Дейра. Время конца. Мир, уничтоженный белым хладом. Это обязательно случится во всех мирах. На разных этапах существования разумной жизни. Ты говоришь об этом так спокойно. Эридин позволил сознанию неизбежной гибели овладеть собой. Теперь им владеет страх. Я не хочу совершить его ошибку. Может, пояснишь? Не здесь, а не сейчас. Думаю, тут тоже небезопасно. Двинулись. Пойдем. И когда откроется следующий проход? Скоро. Тирналия? Дворец Пробуждения. Прежде Лунный дворец. Резиденция Гейльса. Прекрасный город. Я рад, что ты его оценил. Эльфская архитектура несколько более изощренная, чем ваша. Думаю, на сегодня мы закончим, моя сладкая. Будь так добра, оставь нас. Наверное, все согласятся, что это дело касается только нас, не так ли? Тревен из Пан, Айпевен Маха и Ведьмак из Ривии. Кедми. Как вам нравится моя новая модель? Она немного напоминает Лару Доррен. Ты не находишь, Кревен? Разве что ростом. О, вижу, для тебя эта тема все еще болезненна. В таком случае пока оставим ее. Будете что-нибудь пить? Мы не на чай сюда пришли. Должен признать, что не ожидал тебя здесь увидеть, ведьмак.
Собственно, ты заключил любопытный союз. Думаешь, Авалак с тобой искренен? Я спрашиваю так, из любопытства. Думаю, даже среди эльфов Айнели может встретиться кто-то порядочный. Наивность благословения глупцов. Мне кажется, я вижу тень нетерпения на ваших лицах, а потому что вас привело? Я пришел рассказать, кто убил нашего короля. Вы приложили немало труда, чтобы добраться до меня. Значит, над ложью, которую вы для меня приготовили, вы тоже хорошо потрудились. Ты увидишь правду. Она явится тебе во сне. Ты нашел анейроманта? Они всегда видят правду. Похоже, предчувствие меня не обмануло. Это будет интересно. Разумеется. Следуй за нами. Ведьмак Геральт, вот уж воистину человек дела. Могу ли я знать, куда вы меня поведете? В мир Айн-Сиде. В этот раз напрямую. Пойдем, пока сюда не сбежалась стража. Полагаю, нашу гостью тебя представлять не надо. Привет тебе, Зираэль. Значит, правда, что ласточка теперь водится с лисом? Не пытайся нас стравить. Ты не помнишь, как Авалак тебя шантажировал? Как пробовал подложить тебя на ложе нашего короля? Он распоряжался твоим телом, как свиной тушей. Помню. Но еще лучше помню, что досоветовала Редину сделать со мной, когда он меня поймает. И помню, что красные всадники сделали в Каэр-Морхене. Я пришел сюда не за тем, чтобы ссориться. Где обещанные доказательства? Ты увидишь их во сне. Ах да, анейромантка. Ее видение нельзя подстроить. Ты хочешь мне показать, как Эридин убил нашего короля? И что дальше? Я должен настроить Айнейли против Эридина? Поднять восстание и объявить Авалакха новым королем? Не льсти себе. Достаточно того, что ты выступишь против Эридина. Хорошо. Пусть Вещунья покажет мне последние минуты короля. Она покажет их нам всем. Чтобы не было никаких неясностей. Почему бы нет? Ваш единственный шанс — дать ему бой на ваших условиях. В этом мире, в условленном месте. Отправляйтесь на Скеллиге, найдите там солнечный камень. С его помощью вызовите Нагльфар и Эридина. И если Эридин запросит подкрепление, Айнели ему не ответит. Ты принял верное решение. Скоро откроется новый портал на Тирналия.
Я стабилизирую его, и ты сможешь вернуться. Идем. Вполне возможно, он блефовал. Он мог сказать это просто для того, чтобы мы его отпустили. Зараза. Надо было его прижать. Успокойся. Авалах знает его лучше. Он вернется и все объяснит. Помяни дьявола. Геральт беспокоится, что мы слишком легко отпустили Гейльса. Дешево он от нас откупился. Выдал пару советов, какую-то байку про солнечный камень. Он дал нам уверенность в том, что он не поддержит Эридина. И это уже очень много. Похоже, ты что-то задумал. Может, расскажешь? Когда мы найдем солнечный камень, с помощью магии ваших чародеек мы вытянем корабль Эридина в залив Ундрика. Мы устроим ему засаду. И когда король охоты появится, мы убьем его. Так просто? Победить Редина будет нелегко. Но мы сможем. Отыщите чародеек из ложи. Увидимся в порту. Мы отправляемся на Скельги. Стало интересно, что за дело ты хочешь закончить? Когда я последний раз была в Новигороде, я влипла в неприятности. Я что-то такое слышал. Некоторые мне тогда помогли, а другие не так, чтобы очень. И тех, и других я сейчас хочу поблагодарить. Сходишь со мной? Иди. Нам нужен храмовый остров. Ты вдруг ударилась в религию? Нет, пойдем.